Всем привет! А вот и наглядно она показала, когда заканчивается демка. Да и вообще, что такое демка? Потому что большинство женщин начали отношения на такие лапушки, ну все прям можно, и вот все они сделают ради вас. Ну прям умнички-зайчики. А потом проходит время, и вылезает вот эта бабская сущность. Прям наружу, прям прет. И некоторые женщины, по сути, просто абьюзят, а другие женщины банально выносят мозг.